Ну и все остальные хилы, получается, 5 хилов. Вот 2 шамана, Мудфокс, Эрдру и Призом. Идем к этой хуйне, как она называется, к бабе всем скопом. И там захиливаем рейд. Ну и нас тоже поглядывает, там NC, когда мы туда побежим, ты обращай внимание на хп хилов. Я типа, постараюсь очень. Ну и самих там, самых тонких там магов, антов. А? Так, рыба еще у нас. Минки, дайте. Все покидали обмен или еще кидают? У Холи Дринка. СС, значит, Притон, дай на Мэтфокса, а Ляночка дай... На Рависта. Да, блять, Равист покрупнее. Давай на Синхана лучше, давай. Равист, он поживучий должен быть. По статам посильнее. Там разница 1500 хп. Ну, вставалки 4 есть у вас, в общем, все, проверка. Дай мне сопрот. Масло мажьте. Поставьте ГБ, а то мне КД. Я еще пачку сопрот возьму. Так, я в кружочке стою, да, и хилю и вилашу, потом на хули дринка вешу, когда босс убьет. Угу. Все. Тебе сопротов еще надо дать? Ну, я все раздал, на себя не хватило. Так, на еще. Покумастер, сядь, пожари. Боди. Сопрот. Есть. Давайте проверка. Сейчас стой. Так, кто ханта танчит? Отчет на 10 секунд дашь, начну считывать. Ну, хулидринк. Стелси нету. Да? Хулидринк на двоих. Да, да. Лингрен на каратрессе. А, все, мне дальше уже похуй. Стелси. А чем тотем на натуру изи ставить или похуй? Пиздец. Ой. Что это? Испугался. Я обосрался. Так. Стелси, прием. Бля, ну пиздец. Замены пришло. Все, давай 10 секунд, ничего. Остался тут, да? Да, про. Мы ж Геро как обычно на баба, да? И каратрес, что? Костя там понял, тарелками кидает. Я понял, да, почему. Урги вылетел. Сейчас посмотрим, запустить. А, и бидон вылетел. Бетон сдох. Я вначале там забыл. Мэтфокс, дай иннер в бидон. Попробуй. А, ты в инсте, что ли? Да, я не знаю, почему. Войт, ну, пиявка на тебя. Бля, я вижу его. А, я в каком-то... Вторая подряд, причем. Равист, иннер, Войда. Заломаноч на тебя пиявка. У меня припотов на ману нет.
Чё во мне появилось, блядь? Мэтт Фокс на тебе пиап. Стенхан, дай иннер. Давай Войда. Здесь я без маны. Ляночка. На Синхане пьет. Синхан, давай БР быстро в мораль, пока мана есть. Так, ну 4%. Вставай, чё ты? Пьет. Вставай, блядь, чё ты, где ты? Чё, карась умер. Мораль, блядь. Массейв дал. Лёха, переводи, переводи. Ставь тотем стелси. Пиздец. Не, падайте. Да, заново. Мораль, ты где? Тебе БР давали? Или не давали? Что-то я в БРах не вижу. Падаем, падаем, не хильте. Не давали, по-моему, БР. Нету. А, ясно, не успел. Ну, нахуй надо, да? А, чё за хуйня? Пиздец. Так под пиявкой хуй дашь, конечно. Живые есть? Есть, есть. А кто живой? Я. Ну, на Юля, я вижу. А я так и должен, типа, ловить урон там по... 20 тысяч, да? Не должен ты нихуя ловить, блять. Ты... Значит, близко. Нет, а. Но я типа стоял на рейнже, и в меня вот всегда вот стрела пролетала. Не должна она лететь в тебя, блять, еще раз говорю. Значит, рейнже не хватает. У нее рейндж 40 метров. Ты значит, должен... еще дальше ты надо должен лететь. Частицу кинуть на Юлю и хилить себя. Рейндж частицы 60 метров. 50, по-моему. Иди поставь ее в звезду и иди отойди от нее, похиль, посмотри, где а, хилится. Да. Не да. Должен нихуя ловить. Ты ловишь только если бы... Мораль, что, вставать на... будешь сегодня? Ставьте шкафур для засуманить. Вставай суманем, не надо под боссом вставать. Забудь. Мастер, блять, АФКш. А ТТМ, когда это ставят, начинает бить, что он делает? Бегать кавилаши? Хилить. Нет, бегать тебе кавилаши. Ты должен так же стоять в рейнже от бабы, она не должна по тебе бить. Если тотем... Нет, там тотем, тотем. Тотем захиливается. Тотем захиливается. Там три тычки по 15. Ну, тотем захиливается. Ладно, шеф. Рыбу поставил там. За сумонить ковать. Ургис. Джив составил кто-то? Ну, исчез уже. Вон он стоит. Лёха, сядь поешь. Тот что Лингрен. Короче, кидай тарелку первый. Ты таун там. Таун ты тарелка. Я говорю, ты тарелку теперь первый кидай, потому что, блядь, твоя тарелка срывает таун. Ну, надо, ему надо кинуть тарелку и подождать, пока он увидит босса. А вторую не хуярить сразу. Нет, он сейчас кинет тарелку. Я босса выведу талантом и все нормально будет. Ну. А ты на тарелкой пытался забрать его? Нет, я кинул таунт, ты кинул тарелку и все, мое агро ушло.
тарелками вот, блять, нах. Стелси. Стелси. Блять, почему так много ФК? Он забери. Хорошо, забери. Все равно пошел, король. Сейчас звезда будет скоро. 3 секунды. Авелания бабл. Прожал. Ветерок, смотрите, в него не попадайте. Ты не сика говори там, когда ветерок. Войд на тебе пьет. Сейчас выведу. Синхана, Иннер, Войд, Призан, Пияв. Ветерок, отходите. Аек, на тебе пиявка. Ветерок летит. Равис, давай Иннер Войда, а Мэтт Фокс Иннер в беду. Ветерок РДД, видите? И хилы. Витя, на тебе пьёт. Ну а чё, восстановлю ману. Так, 3% добиваю. Карай сдох. Дал массе. Инси КБР. Синхан БР, инсик, быстро, где-то пать. Стелси тотем. Повнимательней-то. Который у нас не сработал. Рук не словите. Ой, крышу закон стал. А на ком у синтека должна быть частица? На Лингрене? Да. Синтек. О, нормально. По мане сажусь, можно подойти Иннер дать Вавилонию? Там Иннера в КД. Ну, сейчас у Синхана откать. Нет, 10 команды. Изен, ну ладно, 10 команд еще, держись пока. Еще немножко осталось. Синхан, иди Иннера давай Вавилонию, тебе сейчас откатится. Синхан. Молодец. Че убили? Веди шамана. Да, шамана веди. Веду, веду. Рома по откату в беду. Мэтт Фокс по откату. Давай Вавилон. Я сейчас хапа вам только. Ремросный. Читы маны, смотрите, чтобы на всех были. Читы земли, точнее, шаманы. На всех танках.
Мэтфок зовёт в Вавилоне. Есть слот? Нет. Оу. Я могу уйти, пока не будет слот. Лёха, в центр выводи его уже. С центра ушли. Еще пару шагов сделайте на шамана. Смотрите, в звезду не попадите, я не знаю, таймер ниже. Вот, отойдите сейчас, уже заранее отойдите. Секунду через три будет, мильки, уйдите. Сейчас будет скоро. Ну, дальше потом сами смотрите. ДБМ. А, звезда. Обманывает. Да, ну там. Спас. Авилане, возьми просто ауру. Рост взял. И на раках будут, киньте, плиз. Гив минуты 40. Тинхан сейчас откатится, иннер в Авилане. Вы урги поднимали? Или нет? Нет. Если есть БР, то надо поднимать. Сейчас поднимем. Сейчас кас пройдет. Захильте его. Разбавьте лапку, катку при собой. Так, Равист по откату в НСИ. Мэтт Фокс по откату в бедо. Сейчас, по-моему, звезда должна быть. Так, ТТМ стелси, да, по-моему, есть. Ну давай, ставь. Равейши и... А, все кино. Мэтт Фокс, дай иннер в беду. Скажи, это пиздец, конечно, какая, блядь, скорость щитков. Я хуею вообще. Хорошо, да? Хорошо. ГЦ, Глеб, ГЦ. ГЦ. Спасибо. ГЦ. Четвертый. Все? Там слот освобождает? Это, я пропустил, кто забрал кусок перчаток? Айе. Да. Айек на мага, да? Руки. Да, 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 да. Сейчас кто забирает? Второй. Ну, он уже... хочет вторым ноги, ну, он вроде говорит. Потому что АЕК, у него если... это будет третий кусок, он четвертый докупает. Да? Ну, еще раз докупает?
Визибл точно ДП? Он бошку будет брать. Ну смотри, сейчас-то кому ДКшный отдаешь? Типа нихуя, маг в двух, нормально же вроде ночной дамаж. Маг, да, маг в двух заебись. Что? Прям сильно. Да, но вот он мне пишет, магу типа, 4, в ПМ, магу что... Магу 4-5, например, вообще не надо. Магу, магу только 2 надо. Что он хотел бы ноги вторым куском, так как ему там другие токены не нит. Типа, хз. Я ничего пусть не понимаю. Напишет, так, может. Вы можете не флудить? Так кто сейчас что забирает? Ну, вообще, по логике, забирает АЕК второй. Будет ДПС у рейда, да? Ну. Ну, его нормально-то капнет. Ну, эти ДКшники тоже в 2Т5 бьют нормально. Сейчас есть ему открыть? У него есть две воронки, чтобы он открыл? АЕК, у тебя есть халдан или две воронки? Луна, нет, я надо найду. Типа ее прямо сейчас найти. Сейчас реализую. Прям вот в течение там 20 минут. У меня есть 4 воронки, парни. Если что, можете все Авилане скинуть. Можешь. Короче. Да, хули стоим. Этот самый. А штаны вот эти павловские кто забрал? Я. У меня 4 куска. А, это 4 у тебя теперь стало? Да. Ты все открыл, да? Не. Откроешь когда? Открою. Ну, блин. Типа, вот в ближайшее время мода, можно мне, конечно, с этим помочь, но можно и не помогать. Тут уже как хочется больше. Я могу долгануть 4 воронки, Глеб. Просто я думал, что взять штучек 5 из гильдии, а остальные я найду, в принципе. Я если тебе... нет, то все найду. Пофиг. Я тебе прямо сейчас могу 4 воронки долгануть. Ну, у меня 2 есть, типа, сейчас. Две я могу еще купить. Открыты, да? Да, две я могу еще купить. Ну, потом остальные, я думал, ну, купить голду тебе. Кого-нибудь. Это ты 4 будешь купить воронки? Да, да. 4 да, буду открывать. Будем открывать. Ну, можешь открывай. Типа, пока мы сейчас трэш убьем Рогрима и это самое. Ну, а ну, это... Что? Открыть-то ладно, камни, чарки, ему все помочь это надо. Ну, так мне помочь надо в этом тему, да. Я так все не открою, все сразу. Вы ему дадите. Да. Ну, блядь. Ты имеешь в виду с чарками, с камнями помочь? Куда ты чилить пошел? Зачем? Ну, там у вас хпал, ну, эрпал какой-то был с вами. Ну, и что, он что-то заберет? Или что? Куда ты пошел? Может, ну, так я знаю. Ну, ты спроси сначала, что ему надо. Он первый по приору, что ли, или что? Так, это такой первый, интересный. Первый ход. Ну я просто пришел. Ты сиди. Тебе скажут, если надо уйти. Или выведи сюда. АЕК, говорю, вот, возьми у кого-нибудь там голду, блять, или воронки одолжи. Я тебе сейчас могу остальные дать, и ты откроешь. Молодцы, блять. А, я же говорю, выведи. Я по съебам даю, короче. Давайте диван там или что, или падайте. Да, сейчас диван. А как агрится вот эта хуйня, кто сагрил босса? Возможно, я цепну и сагрил. Нет, там пришел. Там диван есть. Что, что он не выйдется, идите умирайте. Босс не выйдется, встаньте, умрите, что вы делаете, куда вы бегаете? Маленький, умрите от трэша. А как даун спулился? Ну там, наверное, этот, блядь, вот эта хуйня 4Т4. Какая хуйня 4Т4? Ну, у совы. Там пошел маленький трэш, который был посередине, блядь, между мобом. Он между боссом ходит просто. Да, и мог называл его с собой. Да, его цепанули. Да. Ну ладно, похуй. Ну, хули, ГЦ Глеб, нахуй, хули. Ты пускал, блядь, уже нахуй. Не, хил Т5 это хорошо. А ты же на хила открываешь, да? Нет, в ретрика. Бля, мэн хэпал теперь, хули. 4Т4, этот хэпал сейчас вообще тоже хороший. Пригодится. Он нравится, но так мне нравится типа в этом, но в Т4, типа, я хз. Прям кайфы. Люблю сторону. Чё, Глеб, тебе дать две воронки? Ну давай пока, да, две. Сейчас со всех близко скребу. Надо я будет с колдой решить 4, вопрос по-быстрому. Я тебе могу 4 дать. Давайте, сейчас кидайте, что есть. Ну он сейчас откроет или внет, нахуй, я понял. Записать ну, это. Давайте. Да, да.
Ну, не буду я ливать. Да-да! А где ты? Тут. Это где вы там лежите? Это, у вас не достало амосредством или что? Это, покидайте тело, оставь шкаф. Спасибо. Так, это записать. Алик, ты идешь открывать что-то или что ты тут стоишь? Иди, это, делай. Олег. 25-26 тысяч воронку купить. Он взял у кого-то голды или там... У него на две воронки есть? Еще раз мне скажите. Урги, хукмастер, киньте тело. Я имею в виду, чтоб ты сейчас это сделал. Это надо сейчас сделать. Прям вот камень жмешь, идешь, открываешь. Иди, и Вилани тоже ушел уже, да? А я не ушел, мне не хватает еще. Сколько тебе надо? Две в банке, две мне дал Витя, четыре, или сколько, три даст Заханыч. И сколько там остается? Я пошел еще четыре остается. Ну, я могу еще купить, у меня есть голда, я тебе... Ну, если ты мне это все отдашь, конечно, блядь. Я это все отдам, я типа, ну, на днях сразу же куплю голду, да и все. Короче, хухмастер АФК, вот они полетели там с Аеком, Вилани и Заломанчер. Пускай перекур сделай, Слава, тогда. Давайте, перекур 5 минут, пока там тарят. Слава, открывай и давай заполним. А я заполнил уже все, что там заполнять. Ну, во-первых, у стелса руки открыты. А Вилани записываю 4 открытые. Так он точно их откроет? Ну, сейчас соскребаю. Не со всех. Ну, по чуть-чуть. Аек, руки и штаны, да? Аек, руки и штаны и открытые. Я ему воронки дал. Он сейчас возьмет. У тебя сколько вообще воронок осталось? Я тебе... Я отсюда осталось 5. На тебе 4 штуки. У Пасифея руки... А что, у Пасифея только один кусок, что ли? У Пасифея руки и плечо. Что-то у меня не записано. Ну, потому что ты не записал и... Инвизи было легко, и тогда отдал. Чувствую, нахуй. Так, у Инвизи было какие куски получаются? Руки и плечи у меня записаны открытые. Чего у Инвизи было? Слава. А, ну все. Напиши, пожалуйста, в Дискорд о продексу, если нужен буду. Хорошо? Ну, не лично, а в этом, ну, линкани просто во флудилке. Ну. А что Ну вот, можете вместо меня его взять. Не, я могу заходить, что? Если типа, если нужен буду. Просто мне сказали, что я не нужен. А продекс, посиди минут 5-10, мы разберемся сейчас тут. Да, все зачарится, сделаем. Окей, все нужно, без проблем. У тебя голда на чарке есть, Глеб? Да. Только мне еще одна нужна будет воронка. Блять, ну... Мне его стелс еще 3 сейчас даст. И нужна будет одна. Че у нас за АФК? Хуйня. Делали перерыв вообще. А, да? Да. А он закончился? О, мне шо, блин, сейчас приду. Давай, поставьте шкаф. Чё такое? Хабиб, поменяй. Вылашу. Мы себя чё, она вылетела, что? Нет, она далеко была. Блин. Она убежала там куда-то. Сейчас, Юля, суманем. Можно я пойду? Да, иди таланты делай. Блядь, пиздец. Давайте резче это, Аек. Улетел, сделал, блядь. Еще трешки. Давайте вот на эту вот херню, короче. Типа шмотку полутал, пошел там камушки вставил, там открыл. Просто пронесем рейд, а потом этой хуйней заниматься. Да. Ну пока трэш пусть летит. Все, погнали. Разбахать. То мы, блядь, уже 2 часа здесь сидим. Кто забулит босса, тот, блядь, чмо ебаное, я ненавижу. Ведьму сыграйте сначала. Чмо ебаное никто не любит.